Всем привет, с вами снова Данил Букреев, и вот все-таки получилось убрать эту вмятину. Спасибо за ваши советы, нагрев, присоски, все в принципе помогло. Ну давайте теперь посмотрим на этот планшет Pipa M9, который купили за 237 долларов. И давайте сначала пройдемся по его разъемам, да? Вот в принципе это выключение, это разблокировка. Это зарядка, HDMI кабель, микро USB, еще микро USB, ну, то есть два микро USB. А, стоп, я перепутал HDMI, два микро USB, все правильно. Для наушников разъем и для флешки. Вот, в принципе, столько разъемов. Планшет не сильно такой уж и толстый, весит грамм 500, по-моему. Ну, сзади приятная вот эта поверхность шершавая. Приятно держать в руке. Камера 5 мегапикселей. Ну, в принципе, все обычно. Немножечко о его возможностях скажу. 10 дюймов, в принципе, стандарт, да. Мультитач, как всегда, HDMI и все такое. 2 гигабайта оперативной памяти. Android 4.1. Разрешение экрана 1280 на 800. Батарейка в нем 4800 мА. Фронтальная камера 2 мегапикселя. Точнее, ну, в общем, передняя камера 2 мегапикселя. Эта камера, то есть передняя 5 мегапикселей, это 2. Вот, в принципе, его основные параметры. Комплектация, в которой он шел, это сам планшет непосредственно. И к нему шла зарядка, кабель USB, наушники и... Все, в принципе, наушники, кстати, хочу сказать, ужасные, просто, блин, фигня конкретная, поэтому Wi-Fi, все как надо, обычный самый, в принципе, планшет, я даже не знаю, 580 грамм, вот я вот нашел информацию, сколько он весит, ну, я не знаю, что о его еще таких параметрах можно сказать, ну, просто нечего, в принципе. Я его попользовал и был довольно-таки доволен. И углы обзора достаточно хорошие. Ну, то есть, именно в плане там просмотра фильмов будет удобно, да, так скажем. И, в принципе, он работает довольно-таки быстро. AntuBenchwork, что он нам показал. Давайте посмотрим. То есть, мы его немножечко, так сказать, протестировали. 19 тысяч очков он нам показал. Ну, тут детальная всякая статистика, рейтинг и тому подобное. В общем, в принципе, он и здесь оказался неплох. 19 тысяч очков. Ну, давайте запустим, например, приложение Epic Citadel. Это, по-моему, один из показателей графики или там скорости процессора, и как этот планшет воспринимает это все. Я не такой уж прям обзорщик планшетов, потому что я в них просто в принципе не разбираюсь, поэтому рассказываю, вот насколько я понимаю. Не судите, пожалуйста, строго. Ну, вот так вот получилось у меня, что я электроникой, так скажем, не пользовался, да? Поэтому вот так вот получилось. Не судите меня за мой первый обзор планшета. Вот, ну, в принципе, никаких тормозов. Все прикольно, очень красивая графика. Ну, блин, ну, просто суперски нравится наблюдать за этим. Никаких тормозов, ничего такого. Ну, то есть, вот, можно походить, посмотреть, встать куда-нибудь. Ну, в общем, красота. Я вот, видите, даже управлять не могу нормально. Это нужно просто... Блин, ну это вообще ужас. Ну, надо привыкнуть. Тяжело просто смотреть и в камеру, и на планшет. Ну, в общем, графика достаточно хорошая, ничего не тормозит. Бегаешь, все прогружается. Ну, можно запустить, например, вот игра, которая мне понравилась, в принципе. Вот играл в нее, и с экраном стало все нормально, так скажем. Бегаешь тут, валишь разных монстриков, собираешь оружие. Ну, блин, весело, интересно, я не знаю. Но по мне, как по мне, планшет это в большей мере игрушка, нежели какое, ну, приспособление для чего-либо другого. Ну, блин, весело, мне понравилось, да, но
себе я все-таки, ну, не стал бы тратить деньги на это. Сейчас, конечно, темно, хотелось бы вам показать камеру, но не получится, да? Ну, то есть я могу снимать свой стол, компьютер, открыть этот планшет. Ну, в принципе, камера, ну, так, среднячок, ну, для 5 мегапикселей, в принципе, пойдет. И фронтальная камера. Ну, то есть вот моя люстра. Вот я. Вот камера. Ну, в принципе, все предельно просто. Снимает, все нормально. Сенсор очень чувствительный. Нравится просто. Ну, вот, ну, удобно просматривать страницы в интернете. Какие-то видео на ютубе. Да, ну, как по мне, это игрушка. Я не знаю, стоит ли показывать еще какие-либо приложения. Кстати, вот. Вот эта игра, она все-таки немножечко подтормаживала. Я не знаю, хорошо это или плохо, и хороший ли это результат для этого планшета, но все-таки она немножечко подтормаживала. Давайте попробуем ее прогрузить. Ну, в принципе, он очень удобно. Вот мне нравится держать в руках, что здесь эти шершавые бока, так скажем, да, и поэтому его приятно держать в руках. Да, планшет неплохой, как по мне. Я держал в руках другие, да, но этот мне даже кажется приятнее, чем остальные. Удобный, я не знаю. Долго, наверное, она будет грузиться. Можно было еще взять комплект для чехол. В общем, кстати, еще по поводу решения проблем. Все равно я считаю, что продавец должен вернуть какую-то сумму, и буду пытаться это сделать, потому что, да, нужно что-то, наверное, устанавливать, я не знаю. Нет, не нужно. Интернет. Wi-Fi, к сожалению, нету, чтобы просто полазить в интернете и что-то вам показать. Продолжить. Я не знаю, будет ли сейчас видно, что немножечко все-таки подтормаживает. Рывок. Новый игровой режим, даже не играл. Ну, гонка просто, посмотрим, будет ли тормозить. Пока в меню, да, все отлично. Но когда я играл, ну, все-таки так вот немножко дергается, немножко идет отставание. Как-то вот не так уж и хорошо. Bluetooth здесь, кстати, тоже есть. Все с этим нормально. Я просто вот потихоньку вспоминаю, что еще нужно добавить. Частота процессора 1,8 ГГц. 16 гигабайт внутренней памяти, кстати, просто памяти. Вот тоже еще что вспомнил. Все как нужно. Обычненький планшет. Ну, в принципе, его характеристики, да, я не хочу описывать, потому что вы можете их посмотреть. Как всегда, ссылка на продавца под видео. Ну, блин, это просто легко, поэтому зачем я буду это показывать? Вот как только поменять вид, я не знаю. А вот я, кстати, поменял вид. О, ну, я не знаю, заметно или нет, но все-таки вот чувствуется, что немножечко подтормаживаем, так сказать, да? Хотя, в принципе, играть довольно-таки комфортно. Я знаю, что эта игра довольно много тянет, и не везде в нее можно играть, так скажем, не на всех устройствах. Ну, в принципе, мне нравится. Блин, ну это игрушка. Для меня это игрушка. Ну, можно поиграться, позабавиться, фильмецы там посмотреть. До сюда, все, гонка завершена. Ну, я тут установил разные приложения, но смысл их показывать, я не знаю, есть ли смысл. Сенсор работает отлично, это можно и так понять. Я не знаю, Fruit Ninja не устанавливал, чтобы проверить мультитач. Ну, блин, ну, я не знаю, что еще можно об этом планшете сказать. Wi-Fi, автопорт, ну все, настроили язык, там перевели, добавили клавиатура, все как нужно. А планшет нам ПК. Ну, версия Android 4.2.2, кстати, а написано в описании товара на сайте 4.1. Ну, в принципе, все, я надеюсь, что мой первый обзор планшета был не очень скучным, я в дальнейшем подготовлюсь еще сильнее. Да, в принципе, я сейчас вообще не готовился. Говорил вот так, что вот для меня, как для обычного стандартного пользователя, который вообще не разбирается в этом, он говорил, что для меня более-менее понятно. Никаких супертестов мы с вами не проводили. Идет телефон еще GU-G3. Надеюсь, к нему уже подготовлюсь к обзору посерьезней, и вам будет смотреть все-таки интересней. Все-таки извиняюсь за такой
так скажем, непрофессиональный обзор. Надеюсь, что вы все равно останетесь со мной на моем канале. И впереди очень много посылок и уроков по сайту AliExpress. Подписывайтесь на мой канал. Всегда с вами я, Данил Букреев. До новых встреч!